Какая встреча? Может быть, это обман зрения? Нет же, это Бурбон, собственной персоной. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семен, смотри, как кто к нам пришел. Вот хрень. Мы вляпались, пацанчик. Михалыч, какая встреча? А я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Куда ты меня привел? Что это за помойка с очень доброжелательными людьми в кавычках? Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Убрать оружие! Кто такие? Выйти на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их. Меня не надо лапать. Что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Да зачем ломаться? Спрашивать. Двигайся. Типа. Если все равно пойдешь поболтаешь. Я про начальника имею в виду. Ты, может, менее расхлябанно себя будешь на посту-то вести? Чё ты весь танцуешь без музыки? Кого-то жопа затекла. А ты ещё лучше. Всё нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Да без разницы. Следи за языком. Раз ты не красавец, значит ты урод. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они нам отработать дадут, мы там типа дерьмо разгребаем. Будем считать, что повезло. Ну, на Ганзу нам пути нет. Но зато... Слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров противогазов. Есть одна мыслишка. А я пойду перетру кое с кем. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай, минут 5 у тебя в общем есть. Я их объяснить затруднен. Если тут мелкие пентаграммы рисует. Дьявол! Дьявол, убить его! Сжечь его! На святой... святом констре святой инквизиции. Ну-кась. По-любому здесь что-нибудь есть. Какой-то биотуалет. Не, за кутов, в котором ничего нет, это странно. Зато раковины полные кровища. Это ты нагадил? Что? Тот! Ничего, донор хренов. Ладно, поперли отсюда, здесь какие-то демоны и... Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Думаю, в питерском метро должны быть выжившие. Там ведь есть станция, которая поглубже наших распространяет. Хочешь добраться до Питера? Не лезь в мое метро, сволочь. Знаю я ваши амбиции. Москву расширять, Москву расширять. Командир сейчас занят. Подойди позже. Да плевать, я сам занят. Пусть подойдет сам ко мне позже. Ладно, где тут кто? У них тут музыка прям. А, фильтры, да.
Фильтры, рынок, видимо, здесь. Опять ты, барыга, ты теперь и здесь еще, а? Балалайка. Балалайка. Но он ничего не продает такого. Где тут то, что нужно? Канистры под спирт. Уважаю. Где? Ага. Так, сдавай-ка фильтры. Фильтр. Купить. Все. Нифига себе обращение с покупателями, фиг с тобой. Сам ты иди нафиг. И пускай фиг идет с тобой. А короче, иди в жопу. Специальные антикризисные условия. Шедевр от дизайнеров Кузнецкого моста. Хороший револьвер. С прикладом. Хороший. Но у меня нет ничего такого. Я имею в виду по пулям. Тоже пистолет с глушителем. А теперь с оптикой. Блин, дорого, а? Ну и фиг с тобой. Что тут, братья-акробаты, что ли? Да вот действительно близнецы. Фиг с тобой и фиг с вами. Любые калибры. Лучший курс. Не, спасибо, я лучше с дробовиком побегаю, нежели... с автоматом буду отбиваться от этих сволочей. Так, где этот-то? Нет его. А на следующий день инструменты его. А, вот ты где. Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Ну, конечно, жматяра нереальный. Но тут уж ничего не сделать. Ошибись. Все, выдвигаемся. Ну, выдвигаемся, так выдвигаемся. Задерживаться здесь причин нет. Станция метро, проспект Мира. И стало вокруг Кремля уже людей. Вертушечка. Бурбон? Это земля. Будто сам не знаешь. У нас аварийная ситуация. Ну давай, пульки, проходи. Я уже долбанный чайник. Млечный путь. Но зеленым. Но мне-то ты ничего не платил. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Вот дерьмо. Да, приятно с вами иметь дело. Никто меня. Да ладно. Шутка. Если меня сейчас кто-то слышит... Все на изготовку! Ответьте. Ворота открываются! Это Москва. Вы уверены, товарищ командир? Говорит. Все Москва. По местам, прикройте меня! Метро, проспект Мира. Погнали! Может быть, кто-нибудь в пулемету встанет? Маска! Джим Керри! Я знал, что ты жив! Я знал, что после апокалипсиса ты выживешь! И, конечно, пулемет из... воздушного шарика не забыл. Кажется, все чисто. Давай. Никто меня не слышит. Удачи. Спасибо. Ох уж это долбанное освещение. Почему он так жрет видеокарту? Как описать чувства, когда после 20 лет в туннелях видишь небо? Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище. Вот он. «Мертвый город», — сказал мне Бурбон. «Добро пожаловать домой». А теперь будь очень, очень настрём. Ну, настрём так настрём. А вот и счастливые мне жители этого райского городка. Я с ним, с них больше счастлив. Черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные. Ну чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует. Вдруг тут есть еще один схрон.
Да по-любому. Еще один жмурик. Так, что это такое? Клочок света. Здесь больше ничего. Но по-любому где-нибудь что-нибудь еще есть. О! А что это? А, это... Это такой же автомат, как у меня. Надо осмотреть со всех сторон. Вроде подобрал я все. Так, ну и... Вот здесь, по-моему, был. Да, ларек. По-любому здесь тоже что-нибудь нифига нету. Прекрасно. Идем дальше. Я все собрал. Чмырь. Ну шансонный. Что, тогда двинули дальше. Двинули, так двинули, так двинули, а? Значит, теперь зырь сюда. Привычка Крайзиса. Нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухареву. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим, ну как добазарим. Кто-то там рыгает в темноте, мне это не нравится. Пацан, начкуйся! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, начкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут, но лично я называю их суками. Быстро упахал. Погнали. Биотуалет, как раз у метро. Классно, классно. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артём. Я что, тебя... Давай! Акробат, что ли? Блин. Да я могу обратно залезть, наверное. Черт. Это тебе обойти, это, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в 2 секунды. Вон там, видишь здание с воротами? У него во дворе вход в шахту, тебе туда. Я тебя буду ждать в здании, там есть укреппозиция ордена. И не тормози. И главное, Артём, главное, не ешь желтый снег. Я тебе оставлю на ужин. Такс. Валить надо. Срочно причем. Я так понимаю, что... Жахнули еще вдобавок боеголовками ядерными, когда настал тотальный пипец. Блин, да где же это? Проход-то где? Сюда, видимо. Оп. Оп. Я, блин, прям как Mirror's Edge. Только мужик, а не баба. Ну, все-таки радиация и все такое. И все разрушено. Видимо, все-таки без ядерного оружия здесь не обошлось. Книгу-то я не читал, поэтому. Поэтому фиг его знает. Ну, это, в принципе, вполне логично. Так, карта мне, я думаю, больше не нужна. Лучше я фонарь включу. Здесь уж точно без врагов не обойдется, я чувствую. Такс. Такс. В ларьке ничего нет? По-любому там что-нибудь есть, я вас, барыг, знаю. Горизонтальная дверь? Угу, шахты лифта. Видимо, а может быть и нет. Черт его поймешь.